Ай, Батлер, это круто! Меня зовут Майкл Ренов, США. Господин Путин, вы упомянули санкции несколько ранее и воздействие этих санкций. Каковы ваши мысли по вот этой проблеме? Сразу видно, что вы американец. США, как известно, производят самый главный свой продукт, доллары производят, но мы доллары не производим. И поэтому мы должны действовать очень аккуратно. Правильно? Ну вот, да. Thank you.